В Красноярском крае продолжается расселение жителей из аварийных домов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Участвует в нем практически весь регион. В общей сложности за 6 лет новые квадратные метры получат 18,5 тысяч семей в 48 населенных пунктах. Сейчас только первый этап. Новоселье уже отметили больше 500 жителей. До конца этого года ключи получат еще 1400 семей. Проект рассчитан до 2025 года. Он на личном контроле губернатора. На селекторном совещании с главами Александр Ус подвел промежуточный итог и остался недоволен его реализацией в Дивногорске и Мотыгинском районе. Там процесс идет с серьезным отставанием. И мы в любом случае не должны допустить того, чтобы из-за этого района мы сорвали всю программу по Красноярскому краю. Очень хочу, чтобы вы осознали, что эффективность вот реализации этой программы, а она оценивается нашими федеральными коллегами, самым серьезным образом будет оцениваться и нами, и является для вас персональным, что называется, экзаменом на профессиональную пригодность. Куда лучше ситуация в Лесосибирске, хотя и там много аварийных домов. Чтобы расселить всех, там придется построить целый микрорайон на 3,5 тысячи семей. Сейчас идет возведение нескольких домов сразу. В один из них люди переедут уже в конце осени. 120-квартирный дом. В конце прошлого года начали его строить, и уже в ноябре месяце люди должны получить здесь свое новое жилье. Также, значит, мы уже приступили к строительству второго 60-квартирного дома, значит, уже забивается свайное поле. И на выходе из экспертизы проект 90-квартирного дома, это в южной части города.